привет! Стартуем мы сегодня с любимого напитка, очень многих людей, это квас. Итак, нам понадобится немного ингредиентов, это сухие дрожжи, 10 грамм, изюм 40 грамм, сахар, сахарный песок 200 грамм, хлеб черный. Я беру бородинский для того, чтобы вы понимали, из чего я делаю квас. И 2,5 литра кипяченой воды. Хлебные тосты запекаются в духовке при температуре 150 градусов около 30 минут. Спустя полтора часа наши хлебцы готовы. Они томились полтора часа, они тверденькие. Забрасываем их в воду. Нам надо прокипятить 20 минут хлебцы. Затем, пока они у нас кипят, нам нужно залить теплой водой наши сухие дрожжи. Только теплой, ни в коем случае не горячей. Желательно, чтобы температура воды была около 32-30 градусов. Заливаем из чайника, так чтобы была полная рюмочка, 50 грамм. И как раз 15 минут, пока у нас будет кипеть хлеб, настоятся дрожжи в теплом месте, для того, чтобы они набухли. Итак, 15 минут прошло, хлеб покипел. Снимаем обязательно с огня, огонь нам больше не понадобится. Засыпаем сахар 200 грамм. Добавляем изюм. Итак, пускай оно себе настаивается. Оно должно остынуть до градусов 50. А пока у нас остывает, наши дрожжи уже постепенно набухли. Появилась вот эта пенка. Поэтому ждем, пока полностью остынет наша вода, и можем заниматься квасом. Ну что ж, спустя полтора часа, после того, как я забросил дрожжи и отставил более прохладное место, открываем наш квас. Самые главные процессы прошли, это процесс брожения, и наши дрожжи набухли. Квас сам комнатной температуры. Последний этап, который осталось довести до готовности, собственно, наш квас. Нам надо бутылка, изюм и ягода годжи, которую можно приобрести, в принципе, на любом рынке. И вот такие вот они маленькие, обратите внимание. Вот какой изюм у нас светлый. И какая. Я для вас специально ее открою, чтобы вы посмотрели внутри. Здесь вот такая вот семечка. Их несколько там. Вот так вот выглядит ягода годжи. Ну что ж, это мы отправляем в нашу 1,5-литровую бутылочку. Нам понадобится еще сито. И будем запускать, процеживать наш квас. Ну что ж, готовы наши 1,5 литра замечательного домашнего кваса. Наша задача осталась его поставить только в холодильник, дать ему постоять так, чтобы наша бутылка была настолько плотной и твердой. Тогда он у нас готов. Всем желаю приятного аппетита. Пейте на здоровье домашний квас. Ставьте пальцы вверх, жду ваших лайков. Всем пока-пока.